Поехали! Конечная станция, походу. И нужно было сходить. Падаем вниз. Походу там было 4 кнопки, так что это будет очень долго опять же. Нет, не то. Куда мне опять двигаться-то? Ну это прошли, дальше что? Ничего не понял, что происходит. Нет, это понятно. Дальше что делать? Прошли мы эту хрень. Да вперед езжай. О боже. Вперед. Давай, давай, давай вперед, быстрей. Как же ты меня раздражаешь уже. Хотя нет, игра хорошая, меня этот уровень бесит. Платформа поехала. Доезжаешь ты вперед. Отлично. Сейчас успею. Ну, наконец-то. Вот давайте, пинайте меня. Для полного счастья. Это еще не все. Еще и финиш уже вижу. Так, короче, пошел ты в жопу, я пришел. Какой это был уровень? 41-й. Категория D. Бонус. Какой еще бонус? Это что такое? Это что за помидор? О, боже. Все, можно идти, да? Спасибо.
просто чтобы торопиться. И долго мне так двигаться. Очень круто. Просто день сурка какой-то. Так, ну хоть в принципе понял, должен пройти теперь. Да блин, давай. Есть, забрался. Спасибо. Я безумно благодарен вам. Забыл, что это не те кубики. Баран-то. Отлично. Мой любимый малыш вернулся. Зайдем сзади. Отлично. И очень круто, конечно же, я среагировал моментально. Если человек молния. А вы что думали? Да и есть моменты, которые просто... Которые просто невозможно среагировать ментально. Как, например, был этот момент. И... Чего? Я уже знаю ваши ходы. Вроде все. Побежали.